Вадим. Что это? Что? Вот это я тебя спрашиваю, что? Ну что, что ты сама не видишь? Лифчик. А чей это лифчик? Лидочка, честное слово, не мой. Я тебя еще раз спрашиваю, чей это лифчик? Да отстань ты от меня со своими лифчиками. Это не мой. Да? А чей? Я, слава богу, без лифчика хожу. Я на твоем месте язык-то поприкусила бы. Ты посмотри на размер. Да, это не твой. Как ты мог, а? И главное, с кем? Где ты нашел эту корову-рекордистку? Нида, подожди, по-моему, за 20 лет совместной жизни я, кроме верности, ни в чем таком замечен не был. Так что напрасно ты машешь этим гамаком. Я с ним и рядом не лежал. А ну, дай его сюда. Ничего не понимаю. Ведь каждый раз проверяю все, до волоса на подушке. Уксусом пол поливаю, только бы духи не унюхало. А тут такая улика. Уличища! Не иначе Наташка подсунула. Решила отомстить. Неужели у нее такой бюст? О, скрытная баба. А может, Светка? В темноте размер не зафиксируешь? Да нет. Такое я бы запомнил. Черт бы их всех подрал. Голову теряют, не помнят, в чем пришли. Лида, ну подожди, ну давай разберемся. Ну при чем тут я? Ну, вспомни, может быть, кто из подруг забыл, а? Из чьих подруг? Из твоих? Лида, ну ты вот вчера белье гладила. Ну вот свой лифчик и разгладила. Я гладила утюгом, а не танком. Ничего, я ей глаза-то повыцарапаю. А ну говори. Кто у тебя здесь был? Ну, кто? Ну, вот вчера был водопроводчик. Не идиотничай. Он был в кепке. Между нами нет ничего общего. Ну, Лида, ну, перестань. Эту собаку он притащил. Откуда-то этот чудовищный лифчик. Может быть, даже с улицы. Ну что ты в самом деле из пальца скандал высасываешь? Да? А что бы ты сказал, если бы собака притащила чужие мужские кальсоны? Ну, ты тоже скажешь, Лида, как кальсоны. Кстати, а что это ты держишь? Что? Вот в руках у тебя что? А, это? Да, вот это вот, что это такое? Ну, носок. Собака вместе с лифчиком притащила. Да? А чей это носок? Ну, не мой же. А чей? Да я сроду таких носков не носил. А ну, говори, кто у тебя тут был? В этом носке. А ну, вчера был водопроводчик. Ну, это мы уже слышали. Интересно, что это за засор такой в ванной? Если человек раздевается догола и ныряет. А ну, дай его сюда. Неужели Сергей? Да нет. Интеллигентный мужчина, переводчик. Всегда уходит по-английски, в носках. А может, Михаил? Вряд ли. Бывший разведчик, пароли до сих пор помнит. Никаких улик не оставит. Для маскировки скорее чужое возьмет. Ничего. Поеду к Семену,
Он в уголовном розыске работает. По носку всего мужика найдет. А может, он и оставил? Ну, мужики. Ну, бабы, всех обойду. Кому подойдет лифчик, ту и убью. Маша, где мои носки? Сколько раз говорил, не вешай на балкон, ветром сносит. Единственные носки, еще и лифчик. Ну, поздравляю. Мало того, что есть нечего, так еще и не в чем. Приветствуем вас на борту нашего авиалайнера. Пожалуйста, прослушайте следующую информацию. В полете обязательно ремни безопасности. Уважаемые пассажиры, во избежание особенно пассажиры с детьми, соблюдайте в случае турбулентности. Выход из самолета и в конце хвоста. Спасательный жилет находится клапаны, свисток и акулы в открытом море. Приятного вам полета. Мужчина, пристегнитесь, пожалуйста. Ага. Простите, а что он сказал? Кто? Ну, капитан. Капитан приветствует вас на борту нашего авиалайнера. Ну, это я понял. А что он еще сказал? А? Ну что ж вы такой невнимательный, мужчина? Капитан пожелал вам приятного полета. Ну, это я тоже понял. А что он там говорил про турбулентность? А? Да не волнуйтесь вы так, мужчина. Все будет хорошо. Не волнуйтесь, хорошо? Я отчетливо слышал про каких-то акул и спасательные жилеты в открытом море. А? Ну вот видите, все вы слышали. И зачем-то переспрашиваете? Нет, вы ответьте, на что он намекал? Да ни на что он не намекал. Он всегда так говорит. Но если честно, я и сама первое время боялась. А потом ничего. Привыкла. Самолет у нас надежный, временем проверенный. Вместо положенных 25 лет уже 43 летает. Да и капитан у нас опытный. 65 лет в полете. Вчера, кстати, отмечали. Так что, мужчина, не волнуйтесь, возьмите себя в руки, пристегнитесь и приятного вам полета. Женское счастье, был бы милый рядом. Главней всего погода в доме, остальное суета. Любит наш народ всякое облака, белогривые лошадки, облака. Открыто. Российская почта.
Вам телеграмма. Расписаться? Российская почта. Верим на слово. Телеграмма, вот они, оказывается, как выглядят. Прикольно. Ну-ка, ну-ка, интересно, это от кого? Это. Пупсик. Пупсик. ТЧК, ты скоро станешь попой ЗПТ. Твоя рыбка. ВСКЛ. Нормально, чё? Я не понял, подожди. Напутали, наверное, что-то. С этой почтой вечно какие-нибудь фокусы? Не-не-не, вот это наш адрес, 3-й эскаваторный тупик, дом 4, квартира 17. Ну, потом разберемся. Давайте уже есть хочется, а? Подожди. Сыночка, это что, это твои друзья, что ли, балуются? Мам, ты что, они вообще не в теме с этими телеграммами? Сейчас все в инстаграмах сидят уже. Да? Главнее всего погода в доме, остальное. А что ты на меня так смотришь? Чуть ли у тебя глазки забегали, а? А что за напряженный взгляд? А чуть ты руку в мясорубку засунул, а? Мам, пап, что происходит? А я не знаю, что это происходит. Пусть нам папа объяснит, что это за пупсик такой, ТЧК, а? Ну, давайте включим логику. Ага. Вот, да. Сынок, ага. Ты, например... Пупсик. А. Пап, ты что, я уже взрослый. Ага, ага. Вот, ага. Сынок, не пупсик. Ага. Вот. Может быть, ты, дорогая, пупсик? Ага, ты еще издеваешься. Давай, давай. Ага, ты, да, тоже, ага, не пупсик. Да, ага. Два пупсика отпали. Остался я. Задаю себе вопрос. Я пупсик? А то нет. Это я тебя пупсиком, ты и назвала. Когда ты на наш юбилей нажрался, голову не мог поднять, кричал: «Ма, ма, ма, ма!» Нормально, чё. Что ты старое ворошишь? Ну, как говорится, кто старое помянет, тому... Я тебе не только сейчас глаз, я тебе сейчас все остальное оторву. А ну-ка, пупсик, объясни мне, пожалуйста, что это за рыбка такая в СКЛ? Это твоя мартовская поездка в Геленджик, да? Порыбачил, значит. Слышь, папа, может, возьмешь меня на рыбалку, а вместе порыбачим? Правильно, правильно, давай, давай. И сыночку возьми, научи его, как рыбачить. Давай, давай. Не начинай. Ага, я начинаю, да. Ага, конечно, да. Значит, закинул, значит, старикашка свой невать в синее море. Ага, ага. А теперь вся семья должна и корочки поесть. Я тебе сразу сказала, как только ты поехал в этот Геленджик, что будет что-то, какая-то фигня. Не надо мне объяснять. Ну, открыто. Открыто. И снова здравствуйте. Российская почта. Вам письмо. О, письмо вдогонку. Угу. Наверное, от твоей рыбки из Геленджика. Спасибо вам, товарищ почтальон. Ну что вы, доставлять радость людям – это наша работа. Российская почта – всегда хорошие новости. Ну, ходок, открывай давай, ага, давай. Читай давай, вслух читай. Пусть нас сыночка услышит, какой наш папочка рыбачащий. Давай. Между прочим, письмо, ага, авиапочты. Авиапочты еще письмо. Из Парижа. Из Парижа. Ага, ага. Значит, порыбачил в Геленджике, закоптил селедку в Париже. Ага, да. Ну давай, читай, давай. Тут открытка. Ага, открытка ему. Давай, давай. Ну давай. Бонжур, моя птичка. Птичка его. Привет тебе из солнечного Парижа. Парижа, да. Ага. Скучаю. Ага. Твой любвеобильный Жан-Клод. Ага, Жан-Клод. Ага. Походу, нам Жан-Клод Ван Дам написал. Ага. Да, похоже, так. Или у нашей мамы есть другие версии? Ага. Версии. А что ты на меня так смотришь, а? А что это ты так заволновалась? А что за подозрительная интонация, я не поняла. А кто это у нас в семье птичка? Птичка.
А давай разберемся, кто это у нас тут птичка. Сыночка, ты птичка? А? Мам, ты че, я взрослый. Ага, нет. Значит, может быть, папочка наш птичка, которая слетала в теплые края. Орнитолог хренов, а? На дурацкие вопросы не отвечаю. То есть ты хочешь сказать, что это я птичка, да? А как твоя девичья фамилия? Ну, Перепелкина. Вот. А теперь-то я курицына. Он курицын, ты курицын. Я курицына, а курица не птица. Родители, знаете, кто вы? Кто? Дятловы! Задолбали вы ругаться. Ты мне сейчас знаешь, что ты за такие словечки по шее получишь. А я добавлю. Ага. Не надо, не надо. Я курицын, я птица. Ага. Ку-ку, ку-ку. Открыто. Открыто. Вы извините, у нас тут на почте казус произошел. В общем, телеграмма из Геленджика и открытка из Парижа вам были отправлены не сейчас, а, как бы это сказать, ну, чуть раньше. В смысле? Ну, в смысле из 1997 года. Это что ж получается? Ты мне еще при Ельцине изменял, да? Ага, при Петре Первом. Российская почта всегда вовремя. Кстати, вот вам еще и посылка. Я получать не буду, пусть отец берет. Я свое уже сегодня получил. Зашибись, семейка. Ку-ку. Российская почта. Ку-ку. Ну, ходок, открывай. Тебе, по ходу дела, презент от рыбки из Геленджика в Эшекале. Да? А может быть, от Жан-Клода из Парижа? Ага. Не, ну реально, семья Дятловых. Ну вы что, ничего не поняли, что ли? Ну вы же сами мне в детстве рассказывали, как вы познакомились. 97-й год. Вы встретились в Москве. Потом папа поехал по обмену опытом во Францию. Ну сам же рассказывал, как ты маме письма писал из Парижа. А еще писал, как ты ловко с развороту сбиваешь пустую пивную банку. Поэтому и называл себя Ван Дамом. Хотя для мамы ты всегда был пупсиком. Правда, что ли? Что-то у меня совсем из памяти выпало. Ну, конечно, выпало. А потом мама поехала к бабушке в Геленджик, где я, собственно, и родился. Ну вы что, все забыли? Господи, как давно это было. Выходит... Это ж мы сами друг другу-то писали. Так, стоп! А посылка? Да посылка это мне! Помните, вы мне на Новый год деньги подарили? Ну вот, я решил в интернете заказать вам подарки. Вот, пап, это тебе. О, спасибо. А это тебе, мам. Ой, какая замечательная фигня. Как раз вовремя, к 15 августа. Российская почта вне времени. Дорогой, сегодня же 15 августа, годовщина нашей свадьбы. С Новым годом, птичка. С Новым годом, пупсик. Алло, Серега. Здорово. Ну что, мы открылись. Спасибо, спасибо. Так что завтра можешь выходить на работу. Пиши адрес. Улица Зеленая, дом 15. Красная крыша, вход со двора. Ну, там, где еще недавно салон красоты был. Ну, а теперь мы. Строительно-ремонтная компания. Все, жду. Ален, Натусик, ну это я. Я уже здесь. Ну где-где? Где ты сказала? Улица Зеленая, дом 15.
Но никакого салона красоты, про который ты мне столько рассказывала, здесь нет. А, красная крыша. Вижу. Вход со двора. Поняла. Все. Пока. Пошла. Ну что ж, посмотрим, что это за салон красоты такой. Добрый день. А, здрасте. Мне здрасте. Вот порекомендовали к вам обратиться. Говорят, вы здесь просто чудеса творите. Ну, чудеса, не чудеса, но думаю, что пришли вы по адресу. Спектр услуг у нас огромный. От косметических работ до, так сказать, евроремонта. Как говорится, из любой старушки конфетку сделаем. Любую рухлядь сиять заставим. Вас ведь наверняка именно евроремонт интересует. Да нет, спасибо, конечно, но, на мой взгляд, евроремонт мне пока еще не нужен. Жаль, жаль. Евроремонт – это наша коронка. Как говорится, что нам стоит дом построить? Да вы уж мне лучше расскажите, а какие услуги-то вы оказываете? Услуги? Да. Да все, что пожелаете. Ну, целый список. Пожалуйста, вот дизайн, покраска, лакировка, циклевка, перепланировка, фасадные работы, отделочные, уменьшение воздуховодов, установка конструкций из ПВХ. Ой, вы, наверное, хотели сказать из силикона. Да нет, из ПВХ. Так, гидроизоляция, монтаж-демонтаж, снос перегородок, работы по ремонту, так сказать, очистных сооружений, устранение протечек, герметизация швов, бурение скважин, дренаж. Также проводим чистку и углубление, так сказать, колодца. Вывоз мусора, кстати, мы берем на себя. Ну и в конце концов, ремонт крыши. У вас с крышей все в порядке? Простите, я вот сейчас что-то не поняла. При чем здесь ремонт очистных сооружений? Какой еще вывоз мусора? И вообще, какие скважины вы собираетесь бурить? Девушка, да я этот список могу до утра читать. Ну, вы сами-то знаете, что вам нужно. Я? Да. Конечно. Ну? Меня интересует лифтинг, маникюр, педикюр. Ну вот видите, какая ерунда у вас в голове. Подождите. Ну а пилинг? Пилинг-то вы делаете? Да я же вам говорю, все, что пожелаете. Распилим все, что скажете. Так, знаете, давайте по порядку. Да уж давайте. Так, пол менять будем? Нет, меня пока мой устраивает. Напрасно. У нас знаете, какие специалисты? Некоторые клиенты по нескольку раз пол меняют. Это еще зачем? Что значит зачем? Ну, сегодня в моде один пол, ну а завтра другой. Нет уж, меня все-таки больше косметические работы интересуют. Ну, сделаем, ну, а? Почистим, подкрасим, подштукатурим. Да что вы опять такое говорите? Вы понимаете, что меня только внешний вид интересует? А, так вы на продажу? Да как вам не стыдно? Почему мне должно быть стыдно? Ну, сейчас многие этим занимаются. Ну и вообще, что тут такого? Да я, между прочим, если хотите знать, я замужем. А какая разница?
одно другому не мешает. Ну, знаете ли. Что? Все. Что все? Мне все это надоело. Хам. Ненормальная. Ну, посмотрите, сумасшедший дом какой-то. 8 клиентов, одни бабы, и все невменяемые. Гиблое место. Съезжать отсюда надо. На Герцена. Там как раз женскую консультацию закрыли. Виконт! Господа, поздравьте меня! Сегодня ночью король меня сделал своей фавориткой! Вина! Господа, я имею честь предложить поднять бокалы за короля. Я отказываюсь пить за короля. Виконт, вы есть подлец, и я имею честь вызывать вас на дуэль. Ах, господа, прошу вас, не надо! Стоп! Господа актеры, очень хорошо все, но неправильно. Ну вот вы, Николай Юрьевич, ну вы понимаете, что этот человек, вот этот вот, в жабо, виконт, он отказывается пить за здоровье короля, и вы поэтому бросаете ему в лицо перчатку со всей страстью. Я сейчас вам покажу. Вот, 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 хоп, 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 хоп. Видели? Простите, не успел. Можно еще раз? Это... Ради вас, конечно. Да. Видели? Сейчас я очки надену. Можно еще разок? Да вы издеваетесь, что ли? Ну, у меня все лицо отбито. Алексей Александрович, ну вы же понимаете, искусство требует жертв. Ну, а почему жертвой должен быть я? Народный артист Мордовии! Алексей Александрович, вы же профессионал. А этот образ, который вы нашли, это же шикарно. Такое тупое мерзкое лицо. Ну, вообще-то я не в образе. Но все равно спасибо. А, я, кажется, понял. Смотрите, вот так, да? Так, да? Да. Но больше страсти. Да дайте я покажу. Да, только без фанатизма, пожалуйста. Но я все-таки народный артист Мордовии. Сейчас вы не народный артист Мордовии. Сейчас вы подлец. Вот,
что-то не то. Я как-то не верю вам. Все на сцене должно быть по-настоящему. Вот смотрите, как надо. Подходите, замахиваетесь и... Как же вы мне надоели! А эти ваши бокалы? Вы неестественно пригубляете. Это видно? Это видно невооруженным глазом? Смотрите, как я покажу. Вот как надо. За здоровье короля! Что это? Что это за жижа? Принесите настоящего вина. Что это? А портвейн 3 семерки. Наливай. Вы все равно не пьете. Почему вино им? А мне по морде. А, мне народному артисту Мордовии. Продолжаем репетицию. Должен предупредить, что если я выпью настоящего вина, я или анекдоты рассказываю, да? Или целоваться лезу. Или убить могу. Ну, смотря какого вина. А я от вина становлюсь буйная. Еще с детства. Вы пьете с детства, графиня? Нет, я с детства буйная. Приготовились, начали. Господа, поздравьте меня. Сегодня ночью король меня сделал. Твоей фавориткой. Предлагаю поднять бокалы за здоровье короля. Господа! Хорошо пошло. Да, но водочка была бы лучше. Да. Ну почему? Почему они говорят не по тексту, а? Принесите вина. Сюда, ты все равно не пьешь. Господа, поздравьте меня. Сегодня ночью король меня... Ух! Своей фавориткой. За здоровье короля. А хотите анекдот? Значит, муж приходит с работы домой, а его жена не одна. Да, и тут муж говорит: моя очередь. Нет, он другое говорит. Так я говорю, моя очередь реплику произноси. Не, ну ты смотри, я анекдот рассказываю, он меня перебивает. А, виконт! Вы подлец! Безобразие! Да вы уже замордовали меня всего! Народного артиста Мордовии! Так, стоп! Давайте еще раз!
Только я прошу вас, пожалуйста, не надо от себя тяни, говорите строго по тексту и принесите вина. Это тебе. Поднять бокалы за короля. Марк, простите, а за какого короля? За Людовика. А за какого Людовика? 14-го, 15-го, 16-го, может, 17-го? 17-го. 17-го точно пьем, у меня 17-го день рождения. За Людовика 16-го. Я отказываюсь за это пить. Ты что, западло с нами выпить? Устал. Безобразие, ну у меня уже все лицо от вас горит. А, за короля. И дай-ка, душа моя, я тебя расцелую. Я потеряла невесту. Вот эта женщина. Николай Юрьевич, вы на правильном пути, да? Да. Только не тяните одеяло на себя. А он всегда на себя одеяло тянет, а я мерзну. У нас актриса мерзнет, принесите вина. Спасибо, виконт. Начали. Господа, поздравьте меня. Этой ночью кто только меня не сделал. Своей фавориткой. Господа, предлагаю поднять бокалы. За здоровье, счастье и удачу. За здоровье короля. И за здоровье короля, не чокаясь. Николаевич, почему не чокаясь? Так он же умер. Он умер 300 лет тому назад уже. Обожжите. А кто ж меня ночью? Своей фавориткой. Вот это мужик. Графиня.
А пойдемте-ка, душа моя, ко мне в гримерочку. За кого вы меня принимаете, чтобы я к вам в гримерку? Пойдемте вы в мою. Ну, подождите, вы про меня забыли. Хотя вообще никто не звал. Так, тот уже я нить пьесы потерял. Принесите мне вина, что ли? Значит, муж приходит с работы домой, а жена с соседом. Погоди. А это же не анекдот. Это же вчера было. И морда у этого соседа похожа на... Да вы издеваетесь, что ли? Виконт, ну ты подлец! Графиня, кого бить? Их тут двое. Мочи обоих! Виконт, ты подлец! Буду пить за короля! Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за его здоровье. Но не вином, хочу быть пьян. Хочу быть пьян своею ролью. За короля, мы будем пить за короля. Мы льем за тех, кто у руля. За короля! Сейчас мы немножко хотели бы поговорить об эстраде. Вот Алексей заметил, как стремительно меняется наша эстрада. Вот давай вспомним, какие раньше замечательные песни были. Какие песни, скажем, маме посвящали. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. А сейчас, вот ты можешь назвать мне хотя бы одну современную песню, посвященную маме? Маме? Да. Да, пожалуйста. Ну? Хотя бы вот это современное, модный хит. Моя мама варит кофе, может быть, подождем мою маму. Подождем твою мать. Ты считаешь, что это песня про маму? Ну, не про папу же. Ну, а вот девушкам. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Девушкам? Да. Пожалуйста. Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная. Да, не дай бог такой комплимент получить. А вот помнишь, крутится, вертится шар головой, крутится, вертится над головой. Голубой? Голубая луна, голубая, голубая луна, луна, куколки мои. Вообще-то я не в этом смысле. Знаешь что, давай лучше вот про подарки. Папа подарил, папа подарил, папа подарил мне куклу. Купила мама коника, а коник без ноги.
Господи, где же она такой подарок-то нашла? В секонд-хенде, что ли? А у нас во дворе есть девчонка одна. За монетку, за таблеточку сняли нашу малолеточку. Я к тебе со всею душой, а у тебя ко мне интерес небольшой. Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Вот такая вот зараза, девушка моей мечты. Ну, а вообще, если честно, то, конечно, Ирина, я с тобой во многом согласен. Действительно, в тех песнях, в песнях прошлых лет что-то было. Ну, наверное, это прежде всего душа в песне. Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье. Попробуй, муа, муа, попробуй, джага, джага, попробуй, Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Я помню все твои трещинки. И на танцах и вечерках, может, это и смешно. Время думать о девчонках в этом возрасте пришло. Я сошла с ума, я сошла с ума. Мне нужна она, мне нужна она. Я сошла с ума. Яблоки на снегу, розовые на белом. Я яблоки ела. Я сильно вспотела. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Все мы бабы-стервы, милый бог с тобой, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки? Жениха хотела, вот и залетела, Невеста, невеста, а чья неизвестно, откуда такая взялась красота? Я буду вместо, вместо, вместо нее, твоя невеста, честно, честная ее. Честная... кто? Ее! Знаешь, Ирина, у меня такое ощущение, что мы с тобой ролями поменялись. Давай вернемся в первоначальную точку отправления. С удовольствием. А он мне нравится, нравится, нравится. И для меня на свете парня лучше нет. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Я сладкий на все сто. О-о-о, я шоколадный заяц, лизнул себе я палец, да что-то вот не то. О-о-о, ах, обманул мерзавец, ни шоколад, ни заяц, а так одно. Ох. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец, я сладкий на все сто.